Здравствуйте, уважаемые участники рынка, с вами Аркадий Романович, автор торговой системы «Опережающий трейдер», и добро пожаловать на специальное видео, обучающее видео, конечно же, в котором я вам расскажу о том, как работаю с различными фигурами, флагами, вымпелами, клинями. Я покажу это на, ну, практически будущем, либо реальном примере. Сейчас мы посмотрим, как ситуация будет разворачиваться. Да, перед вами фьючерс марки Brent, поэтому если для вас это видео будет ценным и полезным, ставьте лайк, комментируйте. А также, если вы хотите принять участие в нашей онлайн-торговой сессии, поработать в режиме реального времени, поторговать, пооткрывать сделки, естественно, и, конечно же, посмотреть, какие тактики торговли используются, то прямо под этим видео регистрируйтесь и получите 5-дневный доступ в нашу онлайн-комнату. Итак, фьючерс марки Brent. Первое, что мне нужно сделать для того, чтобы правильно нарисовать фигуру. Ну, давайте я, наверное, напишу тезисно, чтобы сразу было понятно, о чем пойдет речь. Сейчас я сделаю все красиво, чтобы у нас все было видно. Так, давайте мы работа или пробои. Давайте вот так будет лучше. Пробои фигур. Давайте так. Пробои фигур. И все будет понятно. Пробои фигур. Соответственно, что здесь важно для меня? Я уже неоднократно делал видео на YouTube относительно того, как я строю трендовые линии. Здесь примерно такой же принцип. Первое, что я делаю, и что, на мой взгляд, в принципе, корректно делать, я отмечаю самые экстремумы, да, беру хаи. То есть у нас сейчас по фьючерсу Brent есть раз хай, два хай, три хай. То есть те хаи, которые прям вот выделяются. Давайте возьмем линию и отметим все эти три пика. Обратите внимание, насколько они ровные, да, насколько идеально рынок видит их. Раз, два и три. Но на этом ничего не заканчивается. Что я делаю дальше? После того, как я взял три пика, четыре пика, не столь важно, да, я перехожу на цены закрытия и выделяю цены close. Мы также имеем, да, по факту вот этот хвост, да, и мы должны учесть цену закрытия, да, которая близка вот к этому хвосту, то есть вот здесь вот. Давайте перейдем на цены close, отметим вот этот high и вот этот high. Пока 2, да, потому что мы не можем отметить другой. И отмечу вот этот high. Вот этот, вот эти два ценника закрытия вот здесь и вот здесь. Видите, да, сейчас еще отмечу, видите, вот тут и вот тут вот. Видите, да, раз, два, три. То есть у меня не получается идеально, да, их отметить, поэтому я отметил именно вот так. Такая небольшая чехарда из линий получилась. Затем я беру и выделяю, у меня получается некий такой треугольник, да, некий такой треугольник. И этот треугольник называется kill-треугольник для меня. То есть что происходит? Если цена пробивает весь этот треугольник, то есть это целая даже, можно сказать, стратегия торговли, да, на пробое для меня. Если цена пробивает этот треугольник, четко закрывается выше, ну, в данном случае на графике H4, это видно, что она закрылась выше. Затем что происходит? Я перехожу на H1 график, ну, в данной ситуации, да, на H1. Перехожу на H1 и жду возврат в самое пекло, то есть именно в эту зону, вот в этот вот кластер, в районе, ну, в данном случае это район 50, да, ровно, да, 50 с копейками. То есть вот сюда это мой бай. То есть давайте я сейчас тезисно запишу, чтобы вы для себя могли пометить. То есть первое, да, здесь первый тезис. Беру цены пик и close, цены пик и close. Беру цены пик и close, да, это первое. Далее, второй. Пошагово, да, давайте прям. Причем я записываю для вас видео традиционно рандомно, без подготовки, поэтому мы с вами так немножко общаемся даже по-дружески. Второе, беру цены пик и close. Второй шаг, жду возврата, жду возврата в канал. Жду возврата в канал. Здесь надо написать на H1. Ну, в данной ситуации, да, на H1, H1. Сейчас мы здесь запишем при пробое, жду возврата, чтобы было понятно. При пробое на H4, давайте, чтобы красиво все было. При пробое на H4, жду возврата в канал на H1. Жду возврата в канал на H1.
канал, в канал H1, да, ну, на H1 графике, и покупаю. Причем это может быть buy limit, либо там sell limit, либо по рынку входить. Не столь принципиально. Стопы я в этой ситуации, ну, по крайней мере, в этой ситуации, сейчас мы говорим о конкретной ситуации, SL, стопы у меня ниже пробойной 4-часовой свечки. ТП. У нас прям целая стратегия получалась, я не планировал этого. Четвертый критерий. ТП. ТП. У зоны. Да, у зоны. Сейчас мы с этим тоже разберемся. У зоны. Вот такой вот простой план. И у меня он сейчас висит, этот план. Если фьючерс марки Brent пробьет канал, вернется в него, но должны пробить на 4 на часах, должны вернуться, то, скорее всего, если я в этот момент, конечно, буду у компьютера, тоже большой вопрос, пока непонятно, то стоп-лосс уйдет сюда ниже лоу. Вот здесь мой стоп. И таргеты. Давайте посмотрим, где. Я здесь для себя увидел трендовую линию классную. Вот здесь сверху. Пожалуй, эта трендовая линия будет моим таргетом на случай брейкаута. То есть здесь мой стоп. Давайте на 4 часах мы же с вами делаем. Вот здесь стоп. Да, ниже 4-часовой свечки. И это получается где-то 60 тиков. Да. И таргет где-то... Хорошее соотношение. Смотрите, 60 на 200. 60 на 200 тиков. Ну, плюс-минус, да, плюс-минус. 1-2 здесь точно получается, а то и больше. В общем, вот так вы можете использовать и, в первую очередь, конечно, правильно строить треугольники, флаги, вымпелы, клини, когда вы хотите увидеть пробой. Я не буду сейчас показывать на истории. Вау, как круто, посмотрите, какой возврат был. Вы можете к нам, еще раз говорю, по ссылке под этим видео подключиться и увидеть, как в режиме лайв мы торгуем. Да, не на истории показываю, как все прекрасно отработалось, а все прям вживую. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и до следующих видео. Пока-пока.